Слазь, короче! Получи. Я, по-моему, обделался. Он, кажется, обделался. Казалось бы, все очень хорошо, но на деле все очень еще лучше. Да. Мы добрались практически до главного гада, и сейчас он получит за то, что сломал нашу играю-пушку и за тот телевизор. Фак, он за все сейчас получит. Вообще за все и всем, чем можно. Можно я свой телек возьму? А что мы ждем? Я кнопку нажал, а что на ней? Ну, без меня-то никуда не поедет, наверное, нет? А-а-а. А какую кнопку? Там я нажал кнопочку, и оно что-то должно происходить. А-а-а. Если я буду хотеть брать этот телевизор... Я хотеть брать телевизор! Outbreak, Outbreak. А-а-а, он мне Outbreak сделал. Я сейчас тоже Outbreak сделаю. А, ну мне не надо. Ну не надо, так не надо. Ты поедешь уже? А он едет, лифт. Сверху. Там нет никакого лифта сверху. Нет? Нету там никакого лифта. А как вон едет. Вон едет. Я думал, я упорол. Казалось. Есть! Спрячься куда-нибудь, чтобы я был. Чтобы а иначе меня не будет. Да. Вот, теперь я есть. Теперь можешь лепец. Да я вообще лечился просто, ну ладно. Поехали! Поехали так, поехали! Возьмем его с собой, давай, парни. Идем с нами, парень. Ого. Один из тех моментов, когда дерьмо становится реально серьезным. Shit happens. Этот все про читы. Карусель, карусель! Я поймаю, я поймаю. You're mine. Now you're mine. My only. My only friend, Ванда. И чё? И чё? Чё ты хочешь там? Я сломал его. Полностью. Мне что, нельзя попить? Ты идиот? Мне что, нельзя попить? Ты идиот? Ты идиот. Было потанцевать, ну ладно. А какая разница? Первый раз списываю на шок. Меня закрутило, завертело. Видимо, я погиб. Тебя сверху стреляют, сверху, сверху. Со всех сторон. Их много. Тем это сможешь. Я знаю. Эй, тебя прострелили живот. Сюда подошел. Вот так. Слушай, мы наверх едем или вниз? Я не могу понять. Мы едем наверх. Почему мы едем наверх, когда надо ехать вниз? Зачем? Наверху же. Все. Футбол там внизу. Ты просто никогда не играл в футбол наверху. Вот это вот закрутило. Давай еще раз. Давай, давай, ты сможешь. Паркур. Смотри как. Паркур. Звездочка, Патрик, это ты. Ладно, пока. Мы позвоним тебе попозже. О, телевизор. Я ломал твой телевизор. Я ломал тебе твой телевизор, труба считал. Там кто-то бежит. Да потом. Ощущение, что по нашу душу. Тебе полегчало? Да. А мне еще нет. Подождите, пожалуйста. Почти. Вот, готово. Готово. Ready. Ух ты, а это что за фиговина? Это. А, я. Да? Куда вы? Откуда тут? И зачем? Вообще это вынос, по-моему. Вперед ногами. Сотрудников. Вынос? Этой конторы. Нет. Доктор Брин, покач! Подыщ. О, там вот сколько бежит. Иди-ка ты сам туда. Иду. Вау, меня-то стрелять не надо. Вон у вас цель поближе и полегче. Я знал, что это произойдет. God damn it! Ну ладно, пойдем поможем.
Капец, этому страйдеру тут вообще не тесно. Он мне говорит. Моя рука. Не получи. Поломался. Что это было? Он поломался. Давай возьмем ее с собой, я назову ее Шарик. Смотри, она так прикольно машет крылышками. Такое, не мими. Ну хорошо, я отправлю тебя к твоему создателю. Иди к папе. Папа. Папа. Папа, вы? Ты вернулась ко мне. Waiting for team. Окей, team is coming. He is coming! Капец. Все сломали. Согласен. Что не смогли, то понадкусывали. Вот. Вот. Что ты делаешь, Сэм? Я стимулирую. Энергию. Стимулируешь? Да. Или симулируешь? Сумасшествие. Стимулируешь. Ты сел в первую коляску? Я поеду во второй. Тан-тан-тан. Они сели по коляскам. И продолжили свое эпичное приключение в мире бутербродной страны. Парень. Слушай, я не вижу, дай мне посмотри. О, хрен, у меня так далеко. Это называется месть, это называется сладкая месть. Ладно, у меня есть кнопка Z. У меня тоже есть. Да, но тебе она не нужна. Мне нужна, мне пригодилась. А я переставил это дело на среднюю кнопку мыши. О, Гордон. Черт, меня-то не возьмет с собой. Приман. Черт, игра. Музыка такая. То есть музыка? Ну, не музыка, а такие звуки. Ого, куда-то нас вообще, короче, высоко. Мне это напоминает башню Сарумяна. Ну, смотри, опять эти голожопые стоят. Где кто? Вот, куда они ходят. Сталкеры. Во, смотри, там какой-то танк ходит ходячий. Да нет там никого. Внизу. Ого, прикольно. Это Звездный Хон. Нет. Ходун. Полетели воевать. Да, эпично, конечно. Нет. Как нет, значит? Ну нет. И город такой, километров 500 в высоту. Что-то мы куда-то высоко поднимаемся. Ну, очень высоко. Так высоко футбол еще никогда не проводили. Сейчас прикольно так. Приезжаем, там реально стадион. What the fuck? Наконец-то! О, красиво. Добрались. А City 17 не такой уж и маленький, как мне казалось. Ну, вся Хорватия как на ладони. Да. Все 15 квадратных километров. Да. Йоу. Хорваты. Как там парень, есть же такой мем такой. Пальцы такой держишь, такой. Улыбка такая. Хорваты. Не видел. Нет. Опять у нас загрузка. Ну что такое? Ну. Темная энергия. Теперь ты во мне, наверное, да? Да. Ой, это все лагает. Ой, у меня почему-то все как-то странно. Да, согласен. Это все из-за тебя. Отдай пушку, пес. Это пушка дороже тебя, пес. Все, очень упорото. Их не существует на самом деле. Существует только солдат с пушкой. Да, кстати говоря. Почему она разговаривает с тобой, со мной, со стенами и с этим охранником? Упрлась. Гордон тебя простит, возможно. На Гордон нет. На Гордон. О, пошла. Пошла. Нормально, вроде заработало все. Я, по крайней мере, могу смотреть по сторонам. Да я это смотрю. Я, кстати, могу сделать вид от третьего лица и увижу, что это все очень плохо. Это как надо сделать? F4? F3. О, щит. Нас не существует на самом деле. На самом деле нас просто не поймают. Куда пушка упала, Лен? Хватай пушку! Иди сюда, Епта! Это упор это. Ого, пушку принес. Проорал с нее, слышишь. Не вопрос. Шон Коннери.
friend. Можно автограф? Мне очень понравилась ваша роль в «Скале». Yes, Judith, what is it? The bargain we should be making is for Eli's life, so he can continue his research. Thanks to you, we have everything we need. А он мне только в одном ухе разговаривает. А у меня в двух. Видимо, одно тебя повредило этим взрывом все-таки. Нет, просто надо было голову повернуть. Я тебе говорил, не надо жарить шашлыки на газовом баллоне. Я не знал. Баллон следующий. С грузовик размером. Хорошо летали тогда. В Хорватию попали. Да. На поезд. Так, собственно, мы и решили приехать сюда. Вот и вся история. И это тут. А ты что тут делаешь? Алекс. Всех собрал. Алекс, что ты тут делаешь? Тебя спасаю. Отлично, черт побери. Отлично, спас. Предатель! Предатель! Фу! На меня вообще-то тоже попало. Плюсь аккуратнее, овца. Если я плюну, ты не стал, ты ж понял. Если ты плюнешь на коллектив, коллектив удрется. А если коллектив на тебя, ты утонешь. Ты понял, нет, говня. Вот у нее это повязка на голове или это какой-то гребень? Что это у нее такое? Лишай, я думаю, лишай. Вот она же такая вся загорелая, а там такая белая полоса. Это лишай. Лишай? Лишай стригучий. А я думал, это мозговой червь. Контролирует ее движение. Гравипушка так и лежит. Факт. Че ты разговариваешь с нами? Я тебя не слушаю. Та моя, если что, которая на полу. Нет. Че это? Ну как, нет. Блин. I'll send them on their way, and then we can talk. Конечно, негр умрет. I'm so sorry, Alex. Он негр. Че? Потому что он негр. Конечно. We're doing what I could never do alone. We're stopping you. Ах, она продажная тварь. Я, говорит, тебе открывашки для пива сейчас закалю. Стопэ такая, слышь. А мы ж тут были, когда нас телепортировало. Так, точно. Тут еще Джимен стоял. Пес. Пес смердячий. Собакин вообще. Don't fuck with me, она хотела сказать. А, я отвернулась такая. Ну это же просто предел тупости. Ты есть... тупая! Тупая! Она несет такой... Во, где ты оказался? Как ты? Другого ВП это убило, но я просто поцарапал себе бровь. Я пошел за этой гравипушкой. Черт! Черт, у меня нет гравипушки. У меня нет гравипушки. У нас нет гравипушек. У тебя есть гравипушка? У меня есть кресло. Присядь, друг. А, я думал, ты мне обрадовался уже. Зря. Never. Чувак. Да, тебе надо взять гравипушку. Пошевели пальчиками на ноге. О, Ленин. Это я, Гордон, сюда смотри. Эй, Ленин. Ты так смотришь на нее, типа... Не, с недоверием. С недопониманием. Причем тут она, причем ее отец. Гордон какой-то. Да, это сопротивление заполучить землю. Где футбол и почему телевизор? Ты чё киваешь-то? Он с кем-то разговаривает. О! Воу-воу-воу! Советники. Адвайзерс. Кто ты? Привет! Скоро ты будешь нашим. О, гравипушку дали. Он ушёл. Мы провалили задание. Поехали домой, парни. Хлопнем по пивку. Как обычно. И потом что, где? А потом поедем на следующий матч. Да, куда-нибудь. В Славе. Да-да-да. Блин, ну сколько круто все вообще.
Нет? Не, да. Блин, я думал, круто, надо говорить. Где он? Ты видишь его? Нет. Я тоже не вижу. Shut it down, bitch! Я бы смог это выключить, если бы ты дала управление мне. Если бы ты дала мне управление. Тёма. Ты не о том подумаешь. Шлюха. Шлюха. Пока. Вот я туда попаду. Ладно. Bye-bye. Я тут с ней останусь. Эу! What the fuck? Только интересное началось. Опять меня к нему перекинули. Я думал, я там с ней сейчас буду зажигать и останусь. С этим парнем. Опача. Стинкер Фазотрон. Что же делать? Бесцельно бегаю. Ой, я помню, тут было упорото, на самом деле. А, по-моему, сейчас вот эта хрень подвинется, нет? Вот это? А, ну, может. Вот это вот. Вот это, вот так вот. Да. Come on. Anybody. Так, ну ты, короче, ты ввести будешь, ты помнишь? Я вообще тут не помню. Я не помню, но помню. Да, что ты делаешь? А, это я. Тогда можно. А. Там еще... Ой, меня убил. Тебя убило? Меня кинуло в это поле. Оно прилетело обратно. Я не учил физику. Идиотская смерть. Идиотская же смерть. Господа. Это ты лежишь? Да. Ты даже лежишь так на бегу. I'm here. I'm here to run. Here. Ау, блин, не касайся этой хрени. Нет. Нет. Хотя сказать, у меня 1%, у меня не 1%. Хорошо, я, пожалуй, подожду тогда разрешения этой ситуации. Вы падаете вниз. Falling down. Здрасте. Ты чуть не упал. Воу, черт, действительно. Окей. А, я сломал себе что-то. Как же я без пальца, шеф? Зашли обратно на тебя. Вышли и зашли. Такие, окей. Хотя я не разрешил. Что дальше? До свидания. Падать довольно далеко, сказал бы я. И... Ага. Давай. Подзарядись маленько. Не обращай внимания на этих уродов. На этих лицемеров. Лицемерный же ты, скотина. Комбайн. Блин, сюда. Сюда. А что без меня-то? Ну, оно только на одного рычит. Кабинка для одного. Нет. Воу. Давай, Тёма. Порви их, чертовой матери. Получай. Кашкинцы. Ты упал? No. For much longer, believe me. You will die and we will live forever. Uh-huh. Together. И умер, главное. После такой речи. Когда-нибудь это будет просто дурной сон. Когда-нибудь. О, сзади Алекс. Найти вам туда портальный. Видел Алекс? Да. Она сзади. Да. Вот смотри, прикольно так. Круто. Я считаю, что нам нужно... сломать эту хрень. Видишь, согласен. В центре. Вот кидай туда, пока это все говно не отлетит. Окей. Нормальное пояснение в нашем духе. Ну, главное, что все ясно. Когда это говно, пока это говно. Почти. Мне довольно больно, но я продолжаю заниматься этим делом. Ну, не может не доставлять удовольствия. Да. Да, практически все уже. Сейчас доктор Брин полетит в космос. Черт, на рога. До свидания. Пока.
Apple вырвалась. Ааа, такая, викинги вперед! Алекс, ломать! У нас нет времени. We've got to get out of fucking shit. Что это? Time, Dr. Freeman. О, у вас заканчивается время, доплачивать будете? Нет. Джимен, вытащи нас отсюда, нам хана. Все, что мы про тебя... Ты видишь это? Как это он так? Все, что мы про тебя говорили, это была неправда. Мы так. Зеленоглазая Джимен. Ого, нейтральнее. Я залапал, пока она была. Почему он такой глючный? Джимен, говно. Страшно. О, теперь я не могу двигаться. Я смотрю твои... Он идет за мной. Он идет за мной. У меня вообще какой-то сюр идет. Меня вообще накрыло. В общем, Джимен опять нас поместил в Криосон. Так что в Югославию мы не поедем. Хотя все возможно. Если подумать... У меня тупо голос в темноте. Не, у меня Джимен. И какие-то звездочки. Звездочки, да. Куда ты? Куда ты дриснул, пес? Стой! Ого! Ого, я вижу его. Я хочу за ним. Во, как ты побежал туда? У меня ты двигаешься. Я вообще капец. Ну, короче говоря... Commencing Half-Life 2. Похоже, включится первый эпизод. Прямо сейчас? Вряд ли. Ах, хрен его знает. Короче говоря, вот такой вот Half-Life 2, и несмотря на наши шутки-прибаутки, это одна из моих вообще самых любимых игр. Ну, а почему шутки вообще в тему были? Ну, в принципе. Особенно про... Ну ладно. Нормальные все были шутки. Про гей-парады. Про гей-парады. Я набрал больше очков, чем ты. 325, у меня 253. Практически. Тут только три цифры в базе данных есть, понимаешь, и они их комбинируют друг с другом. Установка, соединение, сервер, загрузка идет. Что это значит? Не знаю. What does it mean? Сейчас посмотрим. Установление данных игры. Может, действительно сразу первый эпизод начнется? Ну, было бы круто вообще. Ну, я не знаю, я куда-то попал. Я не знаю, это первый эпизод? Я не играл ни в один эпизод, на самом деле. Если еще оригинальный Half я проходил давно, то эпизод я вообще не играл. Первый эпизод, я тебе точно могу сказать. Это вообще не эпизод, походу, нифига. Это из Синерджи что-то похоже. Воу. Не знаю, куда мы попали, но я попал на какой-то уровень. Страйдер. И ты уже тут. Что мы тут делаем? Я знать не хочу даже. Короче говоря, что все, что вот это вот вы тут видите, это неофициальная игра, потому что официальную игру мы уже прошли. Так точно. Нет, это директор Скат, зачем ты спалил всю контору? Это карта из Team Fortress. Или нет? Да? Нет? Я в Team Fortress просто играл. Меня бьют невидимые враги. А невидимые у тебя? Да. А у меня видимые. Ладно. В целом все очень плохо. Я как в Хищнике, черт подери. Я как в Хищнике наоборот. Они видят меня, а я их нет. Толково. Короче, давай на этом прощаться, наверное, потому что эти пользовательские уровни, они смысла особого не имеют. Не, ну просто это фон, чтобы нам попрощаться и все. И мы по-любому пройдем, я думаю, эпизоды в таком же ключе, да? Ну, конечно. Если они конечно работают. Я только за. Короче, одна из, наверное, трех моих любимых игр. И реально очень крутая. До сих пор играется так, как будто вышло там вот только буквально только что. Согласен. Я даже в плане графики особо не устарела. И меня сейчас видят эти сволочи. Отлично. Да. Да, согласен, игрушка просто офигенная. Не пытались как-то там пройти на сюжет, на атмосферу. Потому что все знают уже сюжет.